Ну что, мы можем двигаться дальше. И на этой сцене появляется команда, которая представляет сборную Новосибирской области. Команда «КВН по любви». Ваши бурные аплодисменты. Вас приветствует команда КВН по любви. Друзья, мы хотим раскрыть вам маленькую тайну. На самом деле мы с Сережей и Ризой с Виталий уже 3 года встречаемся. И сегодня у нас годовщина. Ир, а можно мы с мальчиками в честь праздника в сауну сходим? Нет. А на футбол? Нет. А можно с Костей хотя бы погулять? Можно. А в чем подвох? Костя — это наша собачка. О, Серега, а мы с Лизкой вчера про тебя миниатюру придумали. Представьте, в обувном магазине. Девушка, здравствуйте, а у вас есть сапоги с мягким каблуком? Я вообще-то какой-никакой мужик. Какой? Никакой. А где Вадим, где этот плейбой? Здорово, ребят! Помните Маринку, с которой я недавно познакомился? Ну, короче, у нас не сложилось ничего. Всю рубаху разорвала, все сигареты расстреляла, одну оставила, говорит, последний только мусор забирает. Вадим, ну ты же ничего не смыслишь в романтике. Я могу номер про любовь показать? Давай. Легко. Представьте, мужик с бабой в кровати. Дорогая, а может, ролевые игры забабахаем? Я буду сторожем, а ты будешь вором. Ну, давай. Где мои яблоки, дрянь? Так, мальчики, не общайтесь с ним, понахватайтесь еще чего. Команда «КВН по любви», начинаем добрый юмор. Здравствуйте, дорогие друзья. И для начала давайте представим стюардесса, которая очень хочет выйти замуж. Курица, рыба, мясо, тефтельки, борщик приготовила. Убираться умею. Я вообще баба хозяйственная, ну пожалуйста. Случай в очень бедной семье. Мама, папа, смотрите, как я на раковине научился играть. Ой, какой молодец! Мужик очень давно не знакомился с женщинами. Дамы, а не хотите покружиться в вальсе с молодым поручиком? Вы какой-то старомодный. А давай поедем ко мне на усадьбу под Свердловск. Я покажу вам ордена и фронтовый альбом. Спасибо, но мы никуда с вами не поедем. Юный корнет, умерьте свой пыл. Эти дамы не стоят того, чтобы за них проливать кровь. Поехали в отдых, там нормальные бабихи. Представьте ночь, жена уже спит, а на мужа нахлынула волна воспоминаний. Дорогая, ты спишь? Угу. Слушай, а помнишь, как мы познакомились? Я привел тебя в дорогущий ресторан. Кафе «Анастасия». Я был одет в своем самом-самом лучшем костюме. На нем было написано «Салехард Энергосбыт». А потом мы катались на моей машине. На моей машине. На твоей машине. На моей машине. А потом мы встречали рассвет. Мы встретили ментов. Ну на рассвете же. Дорогой, а ты помнишь нашу свадьбу? Ну, да, помню. Расскажи, пожалуйста, я просто пораньше ушла, у меня дети все-таки. Дорогая, мы вообще-то с тобой уже так долго вместе, нам же с тобой так хорошо. Слушай, а ты не хотела бы все это повторить? Хотела бы. Дорогая, ты спишь? Угу. А помнишь, как мы познакомились? Известные режиссеры Никита Михалков и Андрей Кончаловский попросили у Владимира Путина 1 миллиард рублей на развитие отечественной кулинарной сети конкурента «Макдональдс». Давайте представим, держатели Коченевского общака пришли с тем же вопросом к городскому главе.
Здрасте! Здрасте, кто такие? А вы нас не узнали? Мы вообще-то местные звезды. Нас уже два раза в ЧП на НТВ показывали. А, братья Дударчики. Че надо? Понимаете, нас своим коллегой не устраивает качество местного кафетерия «Элегия». Нас там бьют! И мы хотим построить свой новый кафетерий. Где вы его хотите построить? На месте стриптиз-бара. Его, кстати, скоро закрывают. Как закрывают? Давай о девках подумали, им скоро ЕГЭ сдавать. Вот. Кстати. А что по меню у вас будет? Ой, ну, во-первых, хрен его знает. А во-вторых, что на урожай насобираем, то и будет. Кто знает-то? Кстати, в кафе будет безналичный расчет. О, виза, мастер-карт. Тьфу, типун тебе на язык. О, тетрадка, кормильца наша. Ой, придурки, вы понимаете, что Кончаловский и Михалков – уважаемые люди. Они деньги заняли, они деньги вернут. А вот вам бы я не доверял. Ах так? Тогда мы на День города покажем видео, где вас избивают. Нет такого видео. Сейчас будет. Хай, мы братья Дударчики, и сейчас мы будем избивать мэра. Иди сюда. А в конце, как милая и романтичная команда, мы хотели бы дать вам совет. Дорогие девушки, если вы хотите оскорбить своего парня и при этом не отхватить, делайте это в КВН. Здесь это хотя бы весело. Да, толстый? Да, любимая. Команда КВН по любви, спасибо. Ваши бурные аплодисменты, команда КВН по любви. Можно поаплодировать громче. Команда КВН по любви, аплодисменты. Дорогие друзья, май, отличная погода. И мы решили своей командой порепетировать музыкальный номер на улице. Но вот те раз подошли люди, представились активистами и запретили к показу наш музномер. Поэтому... Мы рады приветствовать вас на митинге в поддержку музыкального номера. На каждом митинге есть такой гость, эдакий борец за права. У нас он тоже есть, его зовут Виталий. Человек очень влиятельный, у него даже 20 мерседесов есть, просим. Значит, если вы запретите нам музномер, я позвоню своему папе, а он позвонит дяде Грише, а дядя Гриша позвонит дяде Саше. А если дядя Саша возьмет трубку, то папа с дядей Гришей офигеет, потому что дядя Саша уже как 2 года без вести пропавший. Поэтому верните нам музномер по-хорошему. Верните музномер. Вашим соседям подарим по скрипке. Верните музномер. Вашим машинам колеса проколем. Верните музномер. А то мы на сцене покажем тангейзер. Верните музномер, верните музномер, верните музномер. Аплодисменты Виталию. А мы приглашаем на сцену автора этого музномера. Сергей, просим. Ближе микрофончик, пожалуйста. Здравствуйте! Я считаю, что наш номер пополнит фонд культурного наследия КВН. Да что там КВН? Даже заповедник в Хакасии, охраняемый государством, отказался быть охраняемым в пользу нашего музыкального номера. Сергей, вы нам что-нибудь исполните? Я исполню вам песню, которую мы не успели отрепетировать до прихода активистов, поэтому она не считается запрещенной. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, любят друг друга в шубах, так уж повелось. Как жаль, что активисты не пришли чуточку позже. Возможно, и эта песня попала бы в список запрещенных. Спасибо вам, Сергей. Друзья, а у нас хит-парад звуков из нашего музыкального номера. Итак, 3-е место. Шуршание пакета. Оттуда явно что-то достают, но мы никогда не узнаем, что, потому что музномер запретили. 2-е место. КПРФ, наша партия рядом. Какой у нас политизированный хит-парад. Даже здесь КПРФ на 2-м месте. Итак, 1-е место. Барабанная дробь.
Спасибо, на этом наш хит-парад закончен. А в палатке, которую мы развернули возле нашего митинга, вы можете приобрести сувенирную продукцию с нашим музномером. Термокружки, отрывные календари, магниты, кухонные прихватки. А также эксклюзивное издание игры «Волк ловит яйца», в которой покажут не мультфильм, а наш музномер. Даже сборная России по футболу поддерживает нашу команду. Внимание на экран! Подходит к концу, потому что через 15 минут здесь начнется рэп-баттл. Не расходитесь. Звучит финальная песня. Через годы, через расстояния, по любой дороге, в стороне любой, музномеру ты скажешь до свидания. Музномер, мы прощаемся с тобой. Друзья, что хотелось бы сказать в конце? Очень странные вещи в городе Новосибирске происходят. Смотрите, запрещают концерты, запрещают спектакли. Наш музномер вот недавно запретили. Но мы как бы ни на что не намекаем. За нами тоже люди серьезные стоят. Команда КВН «Полюби», Новосибирская область, спасибо! Ваши бурные аплодисменты, команда КВН «Полюби»! Взорвался!